Скоро начнутся летние каникулы. Планируется, что в этот период в детских оздоровительных учреждениях республики отдохнут около 14 тысяч детей и подростков. В лагере «Казачок», который расположен в Майском районе, запланировано 3 смены. Каждая длится 21 день. Летом здесь могут поправить здоровье более 300 детей из сел, расположенных поблизости, и города Майского. К началу сезона сотрудники лагеря провели большую подготовительную работу. Им помогали представители администрации города и района, учителя и школьники. По субботам красили, белили, косили траву. Процентов 90 сделано, но еще у нас парапеты остались покрасить. А так вообще полностью лагерь, как бы мы видели, что готов. Мы много сделали. Вот. Ну, думаю, что к концу этого месяца мы уже полностью лагерь будет готов. 15 числа, 15 июня, мы детей примем, как положено. Отдыхающих разместят по 2 и по 4 человека. Питание в лагере шестиразовое. Уже разработана и культурная программа, конкурсы, соревнования, концерты. Будут и походы на ближайшее озеро.